Привет еще раз, друзья! Здравствуйте! Салям алейкум! Hello everyone! Здоровенькі були, шановні співвітчизники! Я хочу вам передать привет из экватора, точнее с экватора, из города, который стоит на экваторе. Салям алейкум! Итак, я нахожусь сейчас в провинции Западный Калимантан, в Индонезии, на острове Калимантан или же Борнео. Борнео. И так можно все это место называть. Именно в этом городе, он называется Понтианак или Понтианак, проходит линия экватора, которая разделяет нашу планету на северное и южное полушарие. Длина этой линии, как я помню с детства, составляет 40 тысяч километров. Друзья мои, я с детства был большим фанатом географии. Она мне просто безумно нравилась. И так как у меня была идеальная память, и сейчас также. Поэтому я запомнил все столицы всех стран мира и увлекался географией очень-очень сильно. Мечтал стать путешественником. Не прошло и небольшого промежутка времени, и моя мечта воплотилась в жизнь. Я теперь стал профессиональным путешественником, который путешествует уже довольно долго. Ну, скажем так, если быть точнее, вот если говорить буквально, то мои странствия продолжаются 2 года и 2 года и 8 дней сегодня я путешествую по этому миру практически бесплатно. За это время я посетил 16 стран, также практически бесплатно. Вот так, друзья мои. До этого я также посетил где-то около 14 стран. Да, еще самое интересное, что вчера мне удалось уже 6-й раз полетать на самолете бесплатно. Также 6-й раз. И сегодня мне уже удалось 2-й раз проплыть на пароме бесплатно. 4 раза на пароме я плыл в Индонезии, и сейчас я уже на 4-м по порядку острове под названием Калимантан или Борнео. Вот так. Я нахожусь практически месяц в Индонезии, поэтому скоро буду покидать эту прекрасную страну. Вот так, друзья мои, так обстоят мои дела. И несколько раз я уже пересек экватор. Один раз я это сделал по воде, второй раз я вроде бы это сделал по воздуху, и третий раз я вот сейчас приплыл обратно на пароме прямо на линию экватора, чтобы на ней постоять и показать вам этот монумент, который находится за моей спиной. Если сильно присмотреться, вот туда вот, если сильно присмотреться, и можно увидеть даже надпись. Сейчас я вам попытаюсь ее показать. То есть там написано «Экватор». Вот как-то так написано. На непонятном языке. Наверное, на английском. Ну вот как-то так, друзья мои, обстоят мои дела. У нас садится солнышко, и скоро опять пойдет дождь. Поэтому долго болтать с вами я, к сожалению, не могу. Впереди еще много достопримечательностей, которые я хотел бы сегодня посетить. Мечты сбываются, господа и дамы. Мечтайте, верьте в самое хорошее. Пускай вас посещают только самые лучшие события в этой жизни, самые лучшие мысли, пускай будут в вашей голове. Верьте в позитив и самое хорошее, что может быть. Потому что именно так должно быть. Именно так оно и должно происходить. Делюсь с вами своим счастьем и позитивом и желаю вам всем всего самого-самого-самого наилучшего. С горячим приветом с экватора. Профессиональный путешественник с Украины Олег Петров. Увидимся на краю света. Всех целую и обнимаю. Пока.